для приготовления красного бархата нам понадобится вода, растительное масло, яйцо, сахар, песок, мука и концентрированная смесь фа-маффин красный бархат. Загружаем жидкие компоненты. Затем сухие. И ставим в миксер. Смесь перемешиваем лопаткой до однородного состояния, обязательно на медленной скорости. Выглядит полуфабрикат после замеса. Глубина цвета и насыщенность вкуса достигается наличием в нем какао-порошка. Для получения пластового полуфабриката красный бархат растягиваем при помощи рамки на силиконовом коврике получившееся тесто. Из этого же теста отсадим несколько маффинов. Выпекаем полуфабрикат, температура 180-190 градусов Цельсия. Точно так же выпекаем маффины. Вот так выглядят наши пироги красный бархат и маффины.